По правилу мы начинаем с главы семьи. Вот у нас глава семьи. Вы на работу не спешите? Нет, я в вечерней смене. Ваша фамилия, имя, отчество? Власов Никита Иванович. Дедушка, ты не торопись. Подумай хорошенько, прежде чем отвечать. Видали, мой командир? Вы постоянно или временно здесь живете? Постоянно. Как дом построили, так сразу переехали. Ты бы, Никита Иванович, пиджак надел. Неудобно как-то. Ведь гости у нас. Сколько вам минуло лет от роду? 67 стукнуло, милая девушка. Какой национальности себя причисляете? Русской. Какой язык считаете родным? Русской. Какой же еще? Вы не удивляетесь. Представьте себе, вы русский, а всю жизнь провели на Украине. Живете там, работаете, совсем по-украински разговариваете. Можете показать родным языком украинской. Ведь верно. Вопрос этот не зря поставлен. Состоите ли в браке? Как будто бы состою. Ты как полагаешь, мать?